Привет, друзья! Сегодня у нас очередной обзор гаджетов от Oriflame, подарков, точнее подарков от компании Oriflame. Подарки компания делает не только консультантам, но и лидерам. Сегодня мы получили очередную серию ништяков, и один из них — это мини-проектор Philips. Провал. Давайте сейчас мы его распакуем и маленечко я вам расскажу, что это такое. Я посмотрел на Яндекс.Маркете, да, средняя цена составляет 19 тысяч рублей до 25. Вы сможете посмотреть, да, какой подарок по цене. Я, допустим, себе никогда такую вещь не купил, но компания Oriflame может сделать такие подарки. Что здесь мы можем видеть, да? LED-дисплей, лампа на 30 часов. Так, 40 люмов, да? Да, получается 640 на 360 пикселей. Батарея 2 часа. Так, флешка 4 гигабайта, мемори SD-карта, звук 1 ватт, так, диагональ 60 дюймов, так, 96, 55, 23 мм, вес 130 грамм. То есть вот такой портативный маленький проектор. Я думаю, что он будет очень кстати в нашей работе, да, для проведения различных семинаров и из них мероприятий. Сейчас мы с вами вскроем его и посмотрим, что здесь есть. Вот посмотрите, заявлено на этикетке, что здесь еще в комплекте идет наушник, карта памяти и карта лидера. Давайте посмотрим, вскроем, что же здесь такое на самом деле есть. Также маленько забегая вперед, скажу, что компания также подарила нам принтер с Canon. Обязательно тоже снимем видео и покажем вам. Такая коробочка. Я уже скрыл. Так, что у нас идет в комплекте? Так, идите Quick Start Philips. Это, соответственно, идет описание, инструкция, да, по пользованию. А, посмотрите, какая прикольная штука. Ребята, это просто вообще фантастика. Я как настоящий мужчина, любитель всяких гаджетов, я просто балдею от таких вещей. Так, USB разъем. Очень прям добротно довольно-таки сделано, тяжело открывается. Качественно. Смотрите, вот он сам проектор. Вот такая вот пулечка. Маленький. Идти, да, под наушники, это включение. Так, конечно, нет, работает, посмотрите. О, наверное, мы с вами даже сегодня что-нибудь попробуем показать. Смотрите, какая тема. О, есть русский язык. Не знаю, видно вам или нет, друзья. Так, источник, движение, вот. Он замечательный, главное так. Это я оставлю на потом, разберусь. Давайте продолжим. Отключать, что у нас здесь есть. Здесь есть гнездо для штатива. Кстати, это очень удобная вещь, когда проводить мероприятия, да, презентации различные, закрепить и начать демонстрацию показывать. Так, давайте посмотрим, что еще у нас здесь есть. Как и заявлено было на коробочке, наушники. Внутриканальные, были такие мягенькие. Ну, в принципе, их отдельно потестируем, посмотрим, что они из себя представляют. Так, чехол. Внутри чехла картридер. Чехол прорезиненный, довольно-таки приятный на ощупь. Так, это картридер, да? Картридер очень хороший. USB порт здесь есть. То есть, как бы, все отлично. Ну что ж, друзья, присоединяйтесь к нашему онлайн-проекту, зарабатывайте деньги вместе с нашим онлайн-проектом, получайте вот такие классные подарки от компании Oriflame, причем такие подарки не только для лидеров компании, но и для новичков и для консультантов.